Преподаватель вокала детской школы искусств поселка Развилка Светлана Кобыляцкая пением профессионально занимается более 10 лет. В образовательном учреждении трудится с 2016 года и именно в работе с детьми нашла свое призвание. Считает, что через музыку можно научить добру и гармонии. Каждый человечек, он хочет тепла, добра. Дети – это очень светлые существа, которые привносят в нашу жизнь любовь и радость. И, соответственно, мы стараемся им дать все самое лучшее, что у нас есть, и окружить их также любовью и радостью, и передать свои профессиональные навыки, любовь к музыке, любовь к этому миру, к людям, и воспитать хороших из них и профессионалов, и людей. На ежегодном концерте, посвященном Дню музыки, Светлана выступала с арией Нарины из оперы «Дон Паскуале». Концерт «Наполни музыкой сердца» – это своего рода мастер-класс преподавателей ДШИ. Традиционное мероприятие приурочено и ко Дню учителя. В этот раз к профессионалам присоединились и воспитанники учреждения – самые талантливые и трудолюбивые. Всего 12 музыкальных номеров разных стилей и эмоциональной составляющей. Это большой вклад вообще вот в жизнь поселка Развилка, потому что и дети, и также родители, и просто зрители, которые приходят, они видят, как играют на самом деле профессионалы, к чему нужно стремиться. Для поселка Развилка это значимое действие. Вообще, День музыки в развилковской ДШИ отмечают широко. Концерту предшествует тематическая акция. Она прошла накануне, 1 октября. Это происходит так. Из всех рупоров нашей школы звучит классическая музыка с поздравлениями. И весь поселок уже в 10 утра знает, что сегодня День музыки. Так было в эту субботу. Мы поздравили наш поселок вот таким аудиопоздравлением. А сегодня мы поздравим всех вживую. В ДШИ поселка Развилка обучается 450 ребят. Успешно работают классы музыкальных инструментов, живописи, хореографии. В этом году здесь появилось новое направление – театральное искусство. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.